Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим высокопроизводительный блок питания от компании Logic Power ATX500W. Данный блок питания имеет следующий вид. Здесь у нас расположен 12-миллиметровый кулер, который обдувает все основные компоненты блока питания рабочие. С задней стороны мы имеем выход под обычную розетку в компьютер, а также выход для бесприборного питания. На этой панели у нас расположена вся интересующая информация для пользователя о нагрузках, а также о названии модели. Давайте подробно рассмотрим, какими подключениями снабжается данное решение. Данное решение имеет 24-пиновое подключение к материнским платам, которое отстегивается до 22 пинов. Также имеется подключение 6-8-пиновое, то есть 1-2 отстегивающихся 6 либо 8 для подключения видеокарты в PCI-Express слот. Также имеется 4 подключения SATA питания, что позволяет подключить большинство периферии. А также 4 MOLEX подключения старых и всем известных для подключения старых устройств, либо через переходник можно подключить, также будет еще одно устройство SATA. 4-пиновое дополнительное 12-вольтовое подключение к материнской плате, а также 4-пиновое подключение для периферии, будь то флоппи-дисковод, либо картридер, либо остальных устройств. Также стоит отметить, что блок питания по формату ATX совместим с версией 2.2 и полностью ее поддерживает. Пиковая нагрузка данного блока питания от производителя является 500 Вт. Рекомендуемая производителем повседневная нагрузка не более 400 Вт на данный блок питания. Данный блок питания снабжается пассивным коррекцией нагрузки, а также защитой от коротких замыканий. Данное решение рекомендуемо нами для высокопроизводительных систем, а также для уверенности в каждом дне, так как данный блок питания является лучшим в линейке 500-ваттных блоков питания от компании Logic Power. Я благодарю вас за просмотр. Встретимся в следующих обзорах. Всего доброго. До свидания.